Здравствуйте, дамы и господа. Приветствуем вас на очередном вебинаре компании Ведапульс. И сегодня мы поговорим о способах борьбы с аллергией, простудами и кашлем. И сегодня у нас в гостях доктор Нитин Агравал, врач классическим медицинским образованием, а также врач юридической медицины. А также он является президентом компании Bliss Ayurveda. Dr. Nitin, please turn on your mic and let's get started. You need to turn on the mic. Your mic is still turned off. Okay, can everyone hear me now? Okay. Yeah, now I can hear you. We can start. Okay, so namaste and greetings from India. My name is Nitin Agarwal and... Итак, мы начинаем. Намасте и приветствуем вас. Привет вам из Индии. And today Today I'm going to speak about the management of cold and cough through Ayurveda. Okay, so today доктор Нитин Агравал, и сегодня мы поговорим о способах борьбы с аллергией, простудами и кашлем. So we all know about Ayurveda. So we go straight to our topic, allergies. Итак, мы все знаем, что такое Аюрведа, поэтому мы сразу приступим к теме сегодняшнего обсуждения. Yes, so what exactly allergies are? Итак, according to что же на самом... Итак, что же на самом деле, что такое аллергия в соответствии с Аюрведой? So it's an inappropriate response of our defense mechanism against allergens, which may be both external or internal. Аллергия – это неправильный ответ нашей системы, защитной системы, механизма защитного против аллергенов, который может быть как внешним, так и внутренним. But according to Ayurveda, allergies are called as a result of accumulation of ama, which we call toxins, and because of our immune system, our immunity getting weaker or low. Но Аюрведа говорит о том, рассматривает аллергию как накопление амы или токсинов. И низкий иммунитет также являются основными причинами большинства аллергий. So this is an important point. This is an important difference of the concept between school medicine and Ayurveda. И это очень важный момент, вот эта концепция, вот, и в этом различие Аюрведы и традиционной школы медицины. So I repeat that according to Ayurveda, allergies are caused as a result of accumulation of toxins in our body. И я еще раз хочу заострить внимание на том, что Аюрведа рассматривает аллергию как следствие накопления токсинов в теле. And these toxins are produced as a result of unhealthy digestion or unhealthy food habits. И эти токсины скапливаются в результате неправильных пищевых привычек, либо неправильного пищеварения. And because of stressful lifestyles,
because of not good food habits, not good quality food, our body is not able to digest the food properly, and that in turn results in production of toxins. И из-за того, что мы не питаемся правильно, либо у нас неправильные пищевые привычки, следствием этого является неправильное переваривание пищи, что в результате ведет к накоплению амы или токсинов. And the second reason for allergies, according to Ayurveda, is our immune system getting weaker, so that we become easily prone to allergens like cold, like pollens, dust, or even any good food. И вторым второй причиной развития аллергии Аюрведа видит низкий иммунитет, который слабый иммунитет, который делает наши организмы предрасположенными к воздействию различных аллергенов, таких как холод, либо пыльца, либо пыль. Okay, so what are the common symptoms if we are allergies, if we have allergies? What could be the most common symptoms? Хорошо, теперь давайте рассмотрим основные симптомы, которые присутствуют при аллергии. It's runny nose or stuffy nose, sneezing, watery and itchy eyes. В первую очередь это выделение из носа, либо это заложенность носа, это чихание, а также это слезоточивость и раздражение в глазах. Okay, like itching in our nose, like we feel to rub our nose. Same in the ears and throat, like itching in our ears, nose and throat. Также это зуд в носу, то есть мы чувствуем необходимость потереть наш нос. И то же самое с зудом в ушах и в горле. Also, itching, redness and dryness of the skin. А также это зуд, покраснение и сухость кожи. Swelling of the membranes of our mucosa inside the mouth and inside the stomach and even in our private parts. А также это припухлость в зоне оболочки рта, это опухоли в желудке и в интимной зоне. Yes, we see that sometimes our eyes become red and there is a swelling in the lower areas of the eyes. There is swelling in the gums and swelling also in the genitals or inflammation. So this is all because of allergies. То есть иногда мы можем видеть покраснение, мы можем почувствовать покраснение глаз, у нас опухают зоны под глазами. Также могут опухать десны и появляются опухоли и зуд в районе гениталий. And the last symptom is coughing, a lot of coughing. We do, we have a cough, we have problems with the breathing, things like that. Yeah. И последним признаком является кашель, очень сильный кашель. То есть это проблемы с дыханием. Yeah. So what are the prominent factors? What are the reasons prominent factors responsible for allergies? Теперь давайте рассмотрим факторы, которые ответственны за появление аллергии. So there is irregular food habits, either be it cold food, heavy meals, stale food, food which is very old, like leftovers, and not very proper time of eating. В первую очередь это нерегулярные пищевые привычки, то есть это поедание холодной пищи, это переедание, это также несвежая
пища, а также и нерегулярный режим питания. And as I told you before, that if the food quality is not good, which means if the food is cold or very old or stale, then the food will not be digested properly. And if the food is not digested properly, it will result in the production of toxins. И как я уже сказал, ввиду неправильных пищевых привычек, таких как поедание холодной пищи или несвежей пищи, все это может влиять на наше пищеварение и в результате вызывать появление аллергии и вызывать накопление токсинов, извиняюсь. Yes. The second important factors are some allergens, common allergens that are present in the atmosphere, in the climate, like pollens, dust, animal hairs, insect stings, and sometimes some certain foods and medication also causes allergies. И также вторым пунктом мы видим различные аллергены, такие как пыльца, пыль, животные, это могут быть жало различных насекомых и определенные виды продуктов и лекарств. Yes, the third aspect could be change in the weather, like seasonal variations. You know, sometimes it becomes hot, cold, and we get exposed to too much of cold or too much of hot weather, and that also causes allergies. Третьим пунктом является сезонные смены погоды. К примеру, появление жары либо слишком сильного холода, это также является триггером для запуска аллергии. Yes. Smoking and taking drugs also could be the factors for allergies. Ну и, конечно же, курение и прием наркотиков являются одной из основных причин появления аллергии. And another important factor is stress. We don't consider it that seriously, but sometimes if we are stressed for a longer period of time, if we are anxious, if we are emotionally disturbed for a longer period of time, then our body becomes low immune system and prone to allergies. И последним пунктом является наличие стресса. Мы обычно не связываем наличие аллергии и стресса, но если наш организм долгое время подвержен стрессу, и мы постоянно волнуемся, наш иммунитет в результате снижается, и мы становимся предрасположенными к аллергии. Okay, now we come to this slide. You should understand it very carefully, because this is like pathogenesis of allergy in Ayurveda, which means how exactly it creates allergies. А теперь мы переходим к следующему слайду, и мы рассмотрим патогенез аллергии в Аюрведе, то есть рассмотрим вот эту лестницу по ступеням. Yes, so as we see, and as I told you before, that accumulation of ama, which means toxins, is the main reason for allergies. So if you see this slide, you will see that accumulation of ama blocks the channels of called shrotas, the microchannels called shrotas. И как мы уже говорили, все начинается с накопления амы или токсинов. И как вы можете увидеть на этом слайде, накопление амы блокирует микроканалы, которые называются шротас. Microchannels called shrotas are very minute circulatory channels present in our deep tissues, individual cells, to allow the flow of energy, flow of oxygen to the body tissues. Шрота — это очень важные каналы в наших глубоких тканях, которые позволяют энергии циркулировать по нашему телу.
Yes. So if these shrotas are blocked because of toxins, then the flow of energy and oxygen to our body tissues is also blocked, and the tissues become weaker and full of toxins, and they become like a foreign entity to the body. И вследствие блокировки шротас мы видим, что таким образом блокируется циркуляция энергии и кислорода в тканях, и, соответственно, ткани становятся антигенами, то есть антителами. So these blocked shrotas, yes, these blocked shrotas weakens the body tissues and disturbs our natural immunity. You can see the third point. И заблокированные шротас, они ослабляют ткани нашего тела и подрывают наш естественный иммунитет. And the fourth point, accumulated ama for a longer period act like antigens. Ну и четвертый пункт – это аккумулированная ама, если она накапливается долгое время, она действует как антигены. And antigens cause or results in the production of immunoglobulins, IgE, in our body. И данные антигены запускают производство иммуноглобулинов в нашем теле. And this triggers the release of histamines and other substances that can cause symptoms of allergies. И это запускает выработку гистаминов и других веществ, которые могут вызывать симптомы аллергии. So, if we go from again from top to bottom, the first reason is accumulation of ama. Accumulation of ama blocks the shrotas. The blocked shrotas cause weak body tissues and low immunity, and then that part is considered a foreign entity and results in the production of histamines. Итак, если мы еще раз рассмотрим эту схему сверху вниз, все начинается с накопления амы. Накопленная ама блокирует шротас, и заблокированные шротас ослабляют ткани нашего тела и подрывают наш естественный иммунитет. Далее накопленная ама действует как антигены, и данные антигены запускают производство иммуноглобулинов. And this triggers histamines and symptoms of allergies. И это вызывает выработку гистаминов и симптомы аллергии. And same is the reason for autoimmune disorders. A lot of people suffer from autoimmune disorders, and the reason is that our body's immunity is working against our own body. И это является же причиной всех аутоиммунных заболеваний, потому что на сегодняшний день очень много людей страдают от аутоиммунных заболеваний. И это и есть причина аллергии. Аллергия есть причина аутоиммунных заболеваний. So you can understand that the main reason for allergies, for autoimmune disorders, is the accumulation of foreign element in our body. Таким образом, вы можете видеть, что причиной аллергии и аутоиммунных заболеваний является долговременное накопление амы. So the question comes in everybody's suffering from allergy, that why only you or why only me is suffering from allergies. И здесь мы задаем такой вопрос, почему именно он или почему именно я страдаем от аллергии? Yes, because pollens, dust, pollution is present everywhere and everybody is
is living in the same atmosphere. But why in a family of four people, only one or two get the rest don't get allergies? Why? Вопрос в том, что все мы живем в одинаковой атмосфере, и все мы подвергаемся воздействию пыльцы, пыли, загрязненной атмосферы. Но почему только один человек из четырех человек в семье имеет аллергию? And the reason is same, that for those people, they are not taking care of their health, have a bad, their body is full of toxins, and because of that, they become prone to allergies. И ответ прост. Именно эти люди имеют неправильные пищевые привычки, у них в организме страдает пищеварение, и именно из-за этого они подвержены аллергическим реакциям. Yes. So next slide is, what are the negative aspects if allergies continue for a long period of time? Следующий слайд расскажет нам о том, какие негативные последствия появляются при воздействии аллергии на наш организм длительное время. So we can have problems of skin, serious problems like eczema and psoriasis. К примеру, могут появиться серьезные проблемы с кожей, такие как экзема или псориаз. Problems like chronic bronchitis and asthma. Респираторные проблемы, такие как бронхит и астма. And intolerance to food, which is considered otherwise healthy, like intolerance to milk products, intolerance to wheat products, intolerance to even nuts and grains. А также пищевая непереносимость таких продуктов, казалось бы, которые считаются нормальными в нашей жизни, такие как молочная продукция, какие-либо злаки и, может быть, даже орехи. These food items are generally considered good for our health, especially almonds, nuts, milk, and even like seafood, but because of the toxins in our body, we become intolerant to such healthy food. И ведь действительно, такие, казалось бы, полезные для здоровья продукты, как молоко, миндальный орех, они на самом деле полезны. Но из-за накопления в нашем организме АМЫ, наш организм может вызвать аллергию на них. Okay, so next slide is how we manage allergies. How we can manage or how we can get rid of allergies. Следующий слайд поможет нам понять, как нам бороться с аллергией, как нам избавиться от аллергии. So, of course, as most Ayurvedic principles are healthy lifestyle and regular routines of eating food at proper times. В первую очередь, то, о чем всегда говорит Аюрведа, это здоровый образ жизни и некие регулярные моционы, такие как регулярное принятие пищи. Yes, because we cannot have breakfast sometimes at 12 o'clock in the noon time and lunch at 4 in the afternoon. We have to have our regular routines of eating food. And if we eat dinner very late in the night, or if we eat midnight, it's not a healthy and we will produce. Dr. Nitin, could you please repeat that again, because I could not hear it. Okay, I said that
We cannot, we should have a proper time for breakfast, lunch and dinner. If we eat dinner very late in the night or lunch very late in the afternoon or evening, our body will not be able to digest it, and that will result in production of toxins. Суть в том, что мы должны выработать правильные привычки принятия пищи. Например, если мы ужинаем поздно ночью или обедаем ближе к вечеру, все это приводит к тому, что наша пища не переваривается должным образом, и вновь это приводит к накоплению токсинов. So it is important that we eat food regularly at proper times. То есть важно регулярно питаться в правильное время. We should not drink ice-cold drinks or ice or cold water before the food or immediately after the meals. Не стоит пить слишком холодные напитки или слишком холодную воду сразу до еды, либо сразу после еды. Especially drinking too much beer just before the food or with the food is not healthy. К примеру, пить холодное пиво до принятия пищи, либо во время принятия пищи, это неправильно. If you want to drink water, it's good to drink warm water or any or like chai, any herbal tea. К примеру, лучшим выбором будет горячий чай либо теплая вода. Yes, yes. We should avoid certain food that are not compatible with each other. А также нам стоит избегать некоторых видов продуктов, которые не сочетаются друг с другом. Like, for example, we should not drink milk and sour juices together at the same time, like orange juice, pineapple juice, or apple juice together with milk at the same time. К примеру, не стоит сочетать молоко и цитрусовые напитки, такие как апельсиновый сок, грейпфрутовый сок, либо яблочный сок. And we should not heat honey too much and eat it, like we should not heat the honey or cook the honey and then eat it, because that also produces lots of toxins. А также нам не стоит перегревать мед, либо использовать его приготовки, потому что это также ведет к производству токсинов. And same, we should not eat fish with milk. И таким же образом не стоит употреблять рыбу с молоком. These were some of the examples I told you. There are many more examples, but I think we have to move forward. Yes. Таким образом, есть множество примеров несочетаемых продуктов. Ну, сейчас мы не будем их все обсуждать, потому что нам нужно двигаться дальше. So the second way is amapachana and detox, which means we should regularly detox our body so that the toxins are removed from our body on a regular basis. Следующим пунктом является амапачана или процедуры детоксификации. Мы должны регулярно выводить токсины из нашего организма. Yes. So how we detox? We can drink hot water, we can drink hot chai, we can have trifala or gugulax. Каким образом мы можем произвести детокс нашего организма? К примеру, мы можем пить теплую воду или горячий чай, горячую воду либо горячий чай, либо употреблять трифалу или гугулакс.
Yes, Gugulax and Trifla, they are wonderful Ayurveda herbs to detox and self-detox our body on a regular basis. And people should use these herbs regularly to detox their system from toxins. Трифла и Гугл – это прекрасные аюрведические растения, которые великолепно проводят детокс организма. Поэтому я рекомендую людям постоянно их использовать. Yes, and this is how we should also balance our doshas and improve our immune system. Мы должны использовать влияние на доши и тем самым усиливать нашу иммунную систему. And when we talk about doshas, I mean we balance vata, pitta and kapha to make it into equilibrium so that we have our immune system improved. И когда мы говорим о балансировке дош, мы говорим о выравнивании их уровня, чтобы иммунитет. Yes. And we should take Ayurveda herbs. I will talk about them later. And we should also think positive if we are prone to allergies. Также необходимо принимать определенные аюрведические препараты, о которых мы поговорим немного позже. И самое главное иметь позитивное мышление. Yes. So let's come to certain Ayurveda herbs that are present in Russia, available there, which are considered very effective in managing or both as prevention as well as treatment of allergies. Предлагаю сейчас перейти к аюрведическим препаратам, которые продаются в России и которые великолепно влияют на снижение аллергии. Yes, it's called Immunobliss in Russia, and we also call it Allerimmune. К примеру, вот данный препарат, который вы видите на ваших экранах, это Immunobliss по-русски. Либо по-английски он называется Allerimmune. And if you look at the main ingredients, these are some of the very prominently used herbs in Ayurveda, which are helping our body to detox, to remove ama from the system and to increase our immunity. И если мы посмотрим на состав если мы посмотрим на состав, то мы увидим, что в составе находятся те самые ингредиенты, которые лучше всего помогают выводить токсины из нашего организма и усиливать иммунитет. So Allerimmune basically boosts the natural immunity against frequent allergies, cold and flu. Immunobliss усиливает, подстегивает естественный иммунитет и позволяет бороться против частых аллергий, простуд и вирусных заболеваний, таких как грипп. It has quick results if runny nose and all we are sneezing much. Он крайне быстро останавливает выделение из носа и чихание. And enhances the resistance power against diseases. Our power, it has very good effect as prevention from such problems. А также данный препарат усиливает наше сопротивление различным заболеваниям. Куркума. Now we all know куркума is a
It's a spice traditionally used in India in all the cookings in Ayurvedic cooking, because it is a wonderful spice and an Ayurveda herb for immunity. Теперь давайте рассмотрим один из ингредиентов. Это куркума. Куркума – это очень известная аюрведическая и индийская специя, которая используется для усиления иммунитета. It is it's a blood purifier. It removes toxins from the body and also has researches which has proven antihistaminic properties. Куркума является очень сильным, очень хорошим очистителем крови. Также она очень хорошо влияет на иммунитет, и, как выяснили недавние исследования, у нее есть крайне мощные антигистаминные свойства. Yes, it is also works as antibacterial and anti-mycofact on our body. Также куркума обладает антибактериальным и антимикробным эффектом. So what we can also do is that other than immunobiz, we can also use curcuma with our food. Like we can put it in milk, in warm milk, we can put it in warm rice or soup or with warm vegetables. Тем самым, помимо иммуноблиса, мы можем просто использовать куркуму и добавлять ее в горячее молоко, в рис или при приготовлении овощей. Yes, also in our like warm soups of vegetable thing. Yes, it's very effective. То есть добавлять ее в такие в горячие блюда, такие как супы либо овощи, является крайне эффективным способом. Yes, this is another prominent herb, Hydrographis paniculata. It is a known herb in Ayurveda for immunity balancing and anti-inflammatory action. Далее вот вы можете увидеть еще один ингредиент. Это очень известное аюрведическое растение, которое обладает иммуномодуляторным эффектом и противовоспалительным действием. And especially the intensity of symptoms of common and flu. Также еще важным свойством этого растения является то, что он очень эффективно борется против простуды и гриппа. And effective in upper respiratory tract problems and sinusitis. А также крайне эффективен при заболеваниях верхних дыхательных путей и синуситах, что очень актуально для холодных частей нашей родины. And then we have this special herb, Hemidus indicus, which has a lot of research, not only in Ayurveda text, but also in modern websites like PubMed. It has proven shown as immuno building immunity and anti-allergies. И вот еще одно растение, которое называется Hemidesmus indicus. Исследования, многочисленные исследования, проведенные и опубликованные в таких известных источниках, как PubMed, подтверждают его иммунобиологическую активность и подтверждают то, что он может использоваться для крайне эффективного лечения хронических инфекций и
нарушений иммунитета. So what is the suggested dosage for immunoblast? If we have cold, then we can take 2 tablets 2 times a day with warm water. And we have very, very... Итак, какими же дозировками можно принимать иммуноблиз? К примеру, при простуде можно принимать 2 таблетки 2 раза в день, запивая теплой водой. Yes, because as we know the principle Ayurveda, that Ayurveda herbs are not only for treatment or symptomatic relief, they are also very effective in prevent the problems from happening again and again. Но, как мы уже знаем, аюрведические препараты не только прекрасно воздействуют на симптомы заболевания, но также крайне эффективны для предотвращения этих заболеваний. And this is why it is important that we provide herbs that are not only treating problem but also helping people who become prone to allergies, and they get allergies so that they can eat. Hello. Yeah. Could you please repeat that again, because I couldn't quite hear it. Okay. We should. That is why Immunobliss or any other Ayurveda products help not only reduce the allergies, but also enhances our immune to allergies and again. И таким образом иммуноблиз и другие аюрведические препараты не только позволяют убрать симптомы аллергии, но также позволяют проводить профилактические меры для предотвращения аллергии, сезонных аллергий. Because for many people, if with the start of spring, the start of autumn season, they become very afraid. Of pollens and I get sick and of allergies. Потому что многие люди, подверженные аллергиям, они очень боятся наступления таких сезонов, как весна или осень, потому что они знают, что именно в эти сезоны у них случится обострение. So such people should not worry. Such people should not worry. Can take immunoblast before 2 to 4 the allergy season, tablet a day, prevention from allergies. Но таким людям не стоит беспокоиться, ведь им достаточно начать прием иммуноблиз за 2-3 месяца до наступления этого сезона. Одна таблетка 2 раза в день, и тем самым провести профилактические меры для предотвращения аллергии в пиковый сезон обострения. And even children, small children can take immunoblast. And for children for the age of even 2 years, 3 years, I mean, they can also take immunoblast. 1 tablet evening, you can mix it with honey or with any jam and can give them to small children.
Замечательной особенностью иммуноблиз является то, что его можно давать также и детям, вплоть до детей 1-2 года. Его достаточно измельчить и перемешать с медом. And for if the symptoms of cold and flu are stronger, then sometimes you can take 2 tablets, even 2 to 3 times a day, to get very quick results. В случае же, если симптомы простуды проявляются крайне выраженно, вы можете даже принимать иммуноблиз 2-3 раза в день для получения более быстрого результата. Adults who are tall and overweight or big size, they should also take immunoblizz 2 tablets twice a day for 3 to 6 months action as prophylaxis. И для людей высокого роста, либо страдающих от избыточного веса, им необходимо принимать 2 таблетки 2-3 раза в день за примерно 6 месяцев до наступления сезона аллергии, чтобы выработать некую резистентность. Okay, Andrei, I see some of the people asking some questions in Russian about immunoblis. If you feel think fine, maybe we can take 2 or 3 questions and then move to next supplement. Dr. Nitin, I think we should move on and we will answer all the questions right after the end of your presentation. Okay, fine. So next is Recipe Bliss. Next supplement is Recipe Bliss. Следующим БАДом, который мы представим, является Recipe Bliss. So also related to this, and especially of the upper respiratory tract and lungs. Данный БАД воздействует также на аллергию и, в частности, на аллергии верхних дыхательных путей. If people are prone to coughing and irritation in their throat, sometimes people have constant irritation or congestion, they should respirate regularly to get rid of. В частности, он крайне эффективен для людей, у которых постоянно присутствует кашель и раздражение в горле. Вот именно этим людям необходимо принимать Respibliss для в качестве профилактики аллергии. У некоторых людей постоянно раздражено горло, к примеру. Okay, so it is also a good support. It's also a good support for speakers, singers, and smokers who sometimes need something to clear their throat and clear their vocal cord, so that Respibliss is very helpful in such persons. Также Respibliss является крайне хорошим помощником для различных спикеров, певцов, а также курильщиков, то есть людей, у которых постоянно идет постоянное напряжение на связке. А также это крайне эффективный БАД для людей с хроническим бронхитом и другими респираторными заболеваниями. Main ingredient
the recipe is Inula Hill. It is considered a very important in Ayurveda called Pushamool for problems of bronchial problems, asthma. Основным действующим растением в Body Recipe Bliss является Inula Helenium, или в аюрведе название Пушкармул. И оно является прекрасным растением для лечения любых респираторных заболеваний, связанных с дыхательными путями, такими как кашель, астма или бронхит. And it helps dissolve or liquefy the sputum that is congested in our lungs to get off the body easily. Это растение является крайне эффективным экспекторантом, который позволяет разжижать мокроту и выводить ее крайне эффективно и легко, выводить ее из легких. Yes, and I also learned about special herbal trikatu herbs that are present in this formulation recipe, please. Также я хочу заострить внимание на нескольких растениях, которые называются трикату в санскрите, и в переводе с санскрита они означают три специи. Yes. Yes, three spices or three spices. Yes, three spices, three bitter spices, which contains black pepper, lavender, and ginger. Это такие растения, которые считаются горькими. Черный перец, длинный перец и имбирь. And this is a very important class. Classical Ayurveda preparation from the Vedic texts, which helps burns away ama from the body and cleans the shrotas. Это классическая аюрведическая комбинация растений, которая взята из ведических источников, и она позволяет разжижать и сжигать ама или токсины, как мы уже знаем. And it is also a very important bioavailable herbal combination, which helps transport the benefit of herbs all over the body, even to deeper tissues. И еще важным очень свойством этого сочетания трех специй является его биодоступность. Оно помогает. Оно помогает транспортировать все важные вещества от других трав, позволяет им достигать своей цели. Two major benefits from this trikatu. One is cleansing the ama, opening the shrota for the flow of energy. Итак, два важнейших действия трикату. Первое – это сжигание амы и открытие шротас. And also helps as a bioavailable product to supply nutrition all over the body. А также, как биодоступный продукт, он позволяет питательным веществам проникать во все отделы нашего организма. And that is why you will notice that
In many of the products of Bliss Ayurveda Trado, you will find Trikatu herb as one ingredients. You will see that ginger, black pepper, or pepper in many products of Bliss Ayurveda or Trado. Таким образом, вы можете увидеть, что трикоту является составляющей частью большинства БАДов компании Bliss Ayurveda. И вы сможете почти в составе каждого из БАДов увидеть черный перец, длинный перец или имбирь. Because this is based on the principle of Ayurveda to have bioavailable herbs and cleansing herbs in any formulation to get the best benefit. Потому что в этом и есть суть аюрведы, иметь определенные биодоступные травы в составе БАДов для того, чтобы усилить действие данного препарата. Yes. And next is an ingredient called cardamom, which is also considered good in Ayurveda to cleanse the ama on toxins. This is not a small cardamom. This is a special cardamom. We call it the bigger cardamom. This is like a little different what is available normally in Russia. Yeah. Вот на этом слайде вы можете увидеть еще один из ингредиентов. Он называется большой кардамон. Он также позволяет лечить, крайне эффективно удалять аму из организма. Но я хочу заметить, что это не тот малый кардамон, который доступен у нас в России. Это немного другое растение. Is 1 to 2 tablets 2 times a day with warm water for respiratory. И для респи-блиса нормой приема является 1-2 таблетки 2 раза в день запивать теплой водой. Yes, and I advise people if they have irritation in the throat or lot of coughing, they can chew or suck the tablet in their mouth, candy like a toffee. They can keep this and it has a very effect on their throat coughing. Yes. И у меня есть совет для людей с больным горлом, либо инфекциями верхних дыхательных путей. Крайне эффективно разжевывать таблетки Респи-Блис, либо рассасывать их во рту 2-3 раза в день, например, конфеты. То есть очень полезно держать их постоянно при себе, чтобы снимать вот эти неприятные симптомы. Is the syrup, respiratory syrup in liquid form, very but has a soothing effect on our throat, on especially when the throat is irritated. Следующим продуктом в линейке продуктов Bliss Ayurveda является продукт Respi-Bliss сироп. То есть это по сути то же самое, что Respi-Bliss в таблетках, только он выпускается в форме сиропа и обладает смягчающим воздействием на горло. And it is a quick acting, very quick acting in fact, and gives support especially while singing or even doing any activities. И ввиду вот этого самого смягчающего действия на горло, он является крайне хорошей помощью при
пении, либо какой-либо голосовой деятельности. Yes, and it has a good taste, so can be given to people of all ages, including very even children less than 1 year of age can also take syrup recipe bliss. It's very effective for them. It's a good taste. It digested very easily. И ввиду того, что данный сироп обладает очень приятным вкусом, его можно использовать для людей всех возрастов, в том числе для очень маленьких детей, младше 1 года. И он дает, он очень хорошо работает именно вот на детей. And also can be taken like a chai after mixing 2 teaspoons warm water. А также его можно употреблять в форме некого напитка, вроде чая, если смешать 2 чайные ложки с горячей водой. Yes. And I also want to mention one important point also, which is not mentioned in the PowerPoint presentation. Allergies. People who are prone to allergies, allergies to intolerance or food intolerance. И я хочу отметить еще одну особенность. Эта особенность важна для людей с пищевыми аллергиями, то есть непереносимостью определенных видов продуктов. Such people, they should take levobliss together with immunobliss to people who have prone food intolerance for 36 months get the benefits. Dr. Nitin, I'm sorry, is it liver bliss? Liver bliss for food tolerance or for fees. People should take liver bliss together with 3 to 6 months. Okay. Также вот еще такой важной особенностью является, как я уже сказал, для людей с пищевой аллергией, непереносимостью определенных видов продуктов, это прием 2 препаратов, LivoBliss и ImmunoBliss, в течение 3-6 месяцев для избавления от симптомов этой аллергии. Yes, food intolerance can also be to the result of accumulation of ama in the liver and the liver not functioning properly, and that is why it is important to detox our liver so that all the healthy food which we become intolerant to can be easily digested. Таким образом, множество амы скапливается в печени, что вызывает вот эти пищевые аллергии. И вот эти 2 препарата помогают справиться с проблемами в печени и помогают правильному перевариванию пищи. Syrup recipe bliss. We are using the juice of fresh ginger that it has a direct effect on sore throat and bronchitis. И я хочу вернуться к сиропу Recipe Bliss и поговорить об одном из его ингредиентов, таких как I'm sorry, was that like the ginger extract? Friends, it extract plus fresh juice. Okay. Okay. Juice of ginger together with ginger. Thank you. Extraction.
И еще раз хотелось бы сейчас поговорить об одном из ингредиентов сиропа Респиблис. Это сок, сок имбиря и экстракт имбиря, который является крайне эффективным веществом для борьбы с бронхитом и больным горлом, воспаленным горлом. And it also has menta, which has a cooling effect and reduces effect on the throat. А также там присутствует растение мента, которое является очень хорошим, имеет хороший успокаивающий эффект и успокаивает раздраженное горло. And also there's a special herb called shizigium, aromatic, which is this one. This is a special, if you can see a photograph, this is a special agent, which is very effective against bacterial and respiratory tract infections. Yeah. И вот еще одно из, один из ингредиентов, вы его можете видеть на экране, является крайне эффективным средством для лечения бактериальных заболеваний легких и инфекций дыхательных путей. Yes, it is a warm spice, also used in Ayurveda. Это согревающая специя, которая также используется в приготовлении аюрведической пищи. Yes, and it is used in Ayurvedic cooking, like cooking with rice or vegetable soups, so that it is considered very effective for our immune system as well. И она используется для приготовления аюрведической пищи, такой как супы, либо рис, и считается очень хорошим иммуномодулятором. And the dosage for children, we can take teaspoon to 2, like 5 to 10 ml, 2-3 times a day. And for adults, it can be 2-3 teaspoons also, 2-3 times a day, for symptomatic, for relief, quick relief. И вот вы можете видеть рекомендуемые дозировки. Для детей это 1-2 чайных ложки 2-3 раза в день, и для взрослых это 2-3 чайных ложки 2-3 раза в день. So I think this is all I have to say. So thank you very much, Spasibo Bolshoi, and I hope everybody is able to understand what I communicated. Ну и на сегодня это все, что я хотел рассказать. Спасибо вам большое, и я надеюсь, что вы поняли все, что я хотел до вас донести. So, Dr. Nitin, maybe we'll answer a couple of questions? Yes, can do that, take that, yeah. Okay, thank you. Let me see. I'm sorry. Извиняюсь. This the question from Yulia 74. Can you administer Ayurvedic preparations like Gugulax, Triphalax, Immunobliss without any breaks during the year, without any pauses during the year, if you feel that your health is improving? Yes, you can continue it without any break for the whole year. Yes, no problem in that at all. В ответ вот на вопрос, можно ли принимать аюрведические средства Гугулакс, Трифалакс, Иммунобликс без перерыва в течение года, если ощущается улучшение самочувствия, доктор Нитин отвечает, да, вы можете принимать их в течение года без каких-либо проблем. Теперь вопрос от Натальи. Как правильно пить молоко, с чем, когда, теплота? So that is the question from Natalia. How should you drink milk and with what, when, and what is the level of warmth? Okay.
It's always good to drink milk that is lukewarm, not very hot and not cold, so that it is easily digested. Another way is to boil milk with fresh ginger and then add 1/4 spoon of curcuma powder in it after boiling. Okay. Вот в ответ на этот вопрос доктор Антин говорит о том, что лучше всего пить молоко комнатной температуры, то есть такой чуть-чуть теплее комнатной температуры, не слишком горячее. Либо второй способ – это употребление молока с имбирем, когда вы разогреваете сильно молоко, добавляете туда имбирь, и после этого вы добавляете туда 1 ложечку куркумы. And another question from Natalia. How many formulas can you administer at the same time? So how many, I think that how many supplements can you take at the same time? Okay, yes, it of course it depends on individual capabilities. As looking generally, you can take some 4 to 6 supplements at one time, depending on whether you are able to digest them properly or not. You can take up even more, but it has to be in divided pieces, like morning, afternoon, evening, and bedtime. Доктор Анисин говорит о том, что все зависит от особенностей организма, но в случае, если все идет хорошо, необходимо, по крайней мере, разделять прием различных БАДов по времени дня. К примеру, одни утром, другие вечером. There is one more question about the... I think it is an interesting question, because it aroused some discussion. Can you give honey to children of 1 to 2 years old, because it's an allergen? Yes, but only if the child is able to digest the honey. But the honey should not be heated. Heating honey is considered almost like a poison in Ayurveda, because it is not it creates lot of toxins in the body, even for adults. Okay, thank you. Вот ответ на вопрос Андрея Шибаева: можно ли давать мед детям в 1-2 года, поскольку мед является аллергеном. Доктор Нитин говорит о следующем: необходимо, конечно же, давать мед с осторожностью, и только если ребенок может нормальным образом его усвоить. И самое главное, ни в коем случае не нагревайте мед. В Аюрведе нагревание меда приравнивается к отравлению человека, как ребенка, так и взрослого человека, потому что нагревание меда приводит к образованию большого количества токсинов. Now let's go to the last question. How can you alleviate the... Sorry, just a second. How can you alleviate the eye irritation during polynosis? Okay, so I think it will have practically the same effect if you take Allerimmune 2 tablets 2 or 3 times a day. Then it will simultaneously help with eye irritation. Other than that, you can also splash some water into your eyes, and also you can administer a drop of ghee into your eyes. That's a little very typical Ayurvedic procedure, but it is good. Like ghee, it is the purified oil, am I right? Purified butter, yes. That can be a 1 drop of ghee into the eyes is very effective if people have allergies in their eyes, yes. Вот на вопрос о том, чем можно местно облегчить зуд глаз при полинозе от Любови Беляевой,
Доктор Нитин говорит следующее. Ну, в первую очередь, конечно, это принятие Allerimmune. Но если вы хотите местно облегчить зуд, то вы можете либо промывать глаза водой, либо закапывать капли ги в глаза. Ги в аюрведической традиции – это очищенное масло. Я думаю, если вы не знаете, что это такое, вы вполне можете обратиться к нашим специалистам, либо, ну, банально погуглить в интернете, что такое ги. Or even you can use a good... Yeah, please. Yeah, please go on. Please go on. Or you can use even a good quality of a rose water also in your eyes to reduce irritation together with immunobliss. Okay, thank you. И также вы можете производить закапывание розовой воды в глаза. Это также в рамках аюрведической традиции. Так, just one second, just the last, I guess the last question. Извиняюсь, Елена, я, к сожалению, не вижу ваш вопрос. Hello. Yeah. I think this is it. Елена, извиняюсь, я не вижу вас вопрос. Может быть, мы сможем помочь связаться с доктором Нитином по поводу вашего вопроса немного позже и прислать вам его на email. So, Dr. Nitin, thank you very much for such a valuable information that you gave us today, and we'll be waiting for your new webinar. Okay, thank you very much. I hope everybody enjoyed it and it was some good information for them. Yes, I look forward for the next webinar. So thanks to the whole Trado team and also to the VedaPulse team for all the efforts. Thank you very much for your translation, Andrei. You're welcome. Yes, a very good translation. Yes. Thank you. Доктор Нитин благодарит всех присутствовавших сегодня на нашем вебинаре. Он надеется, что эта информация вам поможет. И он рад был рассказать о продукции компании Trado и продукции компании Ayurveda Bliss. Всем спасибо и доброго вечера.